Всем привет, продолжаем проходить Сонику. Ну, точнее, не то чтобы Соника, но вы поняли. А, да, забыл. Я ж тут немножко баловался с Рю, сейчас я верну сохранение старое. Так. Привет, Тор. Сразу скоро стрим, скорее всего, будет недолгим. А почему мне все равно Рю? Ну ладно. Вроде бы я остановился на 9550 смертей, так что по идее все правильно. Странно. Наверное, потому что настройки отдельно от сохранения, да, лежат. Так, начинается. Буквально стрим, наверное, будет, не знаю, мне кажется, полчаса, не больше. Ну, там посмотрим, конечно, но, скорее всего, вообще недолгий. Пойдешь Соник и выкрутишь? Ну да, по-любому. Блин. Ох, как он не очевидно. В смысле влево спамить, ты про что? Куда влево? О, Гастри добил. И все смысл, зажал влево и вправо и стреляю. Я могу и не зажимая, просто стою и стреляю. Что это мне дает, я не понимаю. Ты просто наугад предлагаешь какие-то рандомные варианты? И зачем это не потребуется здесь? Где, какой смысл в этом?
Это делать очень неудобно, а смысла вообще практически ноль. Я не вижу, что где-то это здесь потребовалось. Это может тебе потребуется, если у тебя такая тактика. Но я здесь не вижу, чтобы от этого были улучшения. Ну, по крайней мере, на первой фазе это вообще не важно, я ее так и так прохожу, да? А на второй я вообще не вижу от этого никаких преимуществ. Я там больше 100 времени просто стою и стреляю. Тем более, ладно, я бы еще мог бы в обе стороны так идти. Так он пролетает не на моем уровне, Тор. Он пролетает выше, ниже, ты чё? Привет, Снап. Привет, Гоки Бест, я. А совсем имбы тут нет, Тор. Ну, без читов. Нет, Тор, это не позволит увеличить дамаг. Это позволит увеличить количество смертей, потраченных на прохождение Соника. И да, естественно, я сейчас упомянул на прохождение Соника, то есть да, я как бы его надеюсь пройти. Как бы это не звучало. Ну, я скажу так, твоя тактика мне не подходит. Мне очень некомфортно это делать, вот то, что ты говоришь. А вот так прыгать вполне комфортно. А когда что-то некомфортно в игре, то значит теряешь контроль, теряешь, ну, все теряешь, в общем. Ну, я же не всегда здесь помираю, ну, в смысле, я имею в виду на этой фазе. Значит, моя тактика, она, в принципе, работает тоже. Просто, ну, я еще недостаточно наловчился. Да куда ты летишь? Ну блин, бомбочка вообще подпустила мне тут неудобство. Попал? Не попал. А, ну зажали, блин. А, ну я один раз уже изумруды прошел. Я просто не был готов к следующей стадии атаки.
Ну теперь я знаю, как она выглядит, и помогу попытаться уйти. Я просто не знал, что мне тупо делать надо. Сейчас я знаю, что делать, но еще ни разу не пытался это делать, так что шансы, опять же, еще не такие уж большие, что я от этого самолетика вернусь. Но попробую хотя бы. Просто если бы я на эти изумруды чаще попадал бы, я бы их научился проходить. Какие кольца? Да? А, не, у меня не было колец, когда он врезался. Но это очевидно, здесь все дамажит. Блин. Да ладно, не было сна. Ну ладно, я потом вот посмотрю. Блин, что это такое? Ну блин, я уже понял, что у меня пойдет там, а не знал, что делать. А, не заметил снизу, блин. Я ее не заметил. Его, изумрудик этот. Ох, ты ж повезло. Неудобно получилось. Ну
Тор, ты повод всегда придумаешь. Опять это неудобно. Но хотя норм. Блин, я думал пролетит сверху. О, лол. Блин, засмотрелся на бомбочку. Да, неудобно. Да как он летает? Безобразно. Я вообще не понял. Как-то странно. Да что с ним такое? Я уже привык к другой траектории. Это, блин, пружинки эти. Не, ну в принципе радует одно, пружинок второй раз не будет. А они такие нестабильные. Ну то есть как бы они вроде не сложные, но блин, на них фейлишься иногда бывает. Как-то тупо. Блин, немножко переиграл он меня. Да нет, Тор, я бы не сказал. Мне кажется, пружины более нестабильные. А этот Соник, он в принципе в 70% случаев уже оказывается предсказуемым. Просто иногда именно как бы переигрывает меня, скажем так. То есть я как бы понимаю, что он так полетит, но как бы у меня уже не хватает это. Надо на несколько шагов вперед как бы думать, иногда не получается. Найтрики, привет. Ну, насчет дня тут как бы это не знаю, потому что я не каждый день, в принципе, играю. А так, ну уже, ну, короче, 1300 смертей примерно, чуть меньше.
Вот это вот тоже было немножко не это, непредсказуемо. Да блин, чё же он какой-то странный стал. Ну вообще почему-то Sonic не доставляет таких проблем, как Марио. Не, проблем неправильное слово. Не доставляет, как это сказать-то. Ну короче, не горит у меня от него. В отличие от Марио. Хотя уже 1300 смертей, ничего себе. А на Марио я потратил сколько? В сумме где-то там 1000, да? Чуть-чуть больше 1000, по-моему. Но мне по ощущению кажется, что Марио я убивал там в 10 раз сложнее вообще, чем Соник. Хотя Соника, конечно, еще не убил, но уже как бы все равно видно, что Соник, он почему-то как-то вроде бы, не знаю, ну как бы проще тоже язык не пораньше сказать. Ну как бы он быстрее, что ли, наверное, из-за этого. Вот на Марио ты мучишься и потом фейл, а тут как бы быстро понимаешь, умер, нет, и все. Да, вот точно, из-за того, что быстрее. На Этрике докуда доходил на Сонике? До Тейлза. Когда Тейлз прилетает на самолете, я не был к этому готов, потому что я же не смотрел прохождение ни на Ютубе, нигде. И поэтому я просто не знал, что он даже прилетит, я не знал, что там нужно делать вообще. Один раз до туда дошел. А до изумрудов доходил где-то там, ну, раз, наверное, 10. Ну вот, прошел их один раз только, эти изумруды. Блин, да опять он прилетел наверх. Надо уж запомнить, что если он летит прямо, значит он полетит наверх. Ну, Снап, вообще-то босс сложный, здорово. Ты вообще-то сам его забросил, сказал, нафиг надо. А если бы не забросил, то не факт, что бы прошел до сих пор. А если бы даже прошел, то все равно я изначально говорил, что я плохо играю в босса. Краб крабов. Блин, ну у меня там выхода не было, там же бомбочка летела. Неделю по 6 часов каждый день? Он что, зарабатывает, что ли? А, ну вообще Гитман, да, он же. Он работает на СК2, по сути, да? Просто я не знаю, как бы, блин, ничем больше в жизни не заниматься, только стримить. Не понял, а обо что я отпрыгнул? Там же вроде не было уже пружин никаких.
Ну, не, ну то, что только больше, это ладно, у всех там разные загоны по этому поводу. Но то, что больше ничем не заниматься, вот это вот я не понимаю. Это же вообще печально. Ну, я видео точно не буду смотреть, я не спойлерю себе игры вперед никогда. Да и собираюсь их пройти, конечно. Не, ну Тора, если они сидят, скажем, после работы там, да? Например, ну то как бы еще не то чтобы можно понять, ну хотя бы логикой понятно. Вот, а как бы, блин. А он вместо какого-то дела стримит. Ну, в общем, ладно, в принципе, не мое дело, конечно. Не смотришь Гитмана из-за эмоций? Лол. А не ты ли мне говорил то, что типа, ну, у меня эмоций вообще нифига, и типа унылый стрим из-за этого. Нет, ну как бы да, я согласен, что это не прямая речь, но, по-моему, смысл был такой, что типа хотелось бы больше эмоций, разве нет? Да блин, опять я это забыл, что если он летит прямо, значит не надо прыгать. Хотя, мне кажется, если не прыгать, то он просто в меня так летит все равно. Так что от этой фазы вообще непонятно, как выходить. Ее, видимо, надо не допускать просто. Да, легко сказать. Но однако он летит все-таки по той траектории, которую мы ему задаем. Ну, как бы. Косвенно, но как бы такое. Наполовину прямо, наполовину косвенно. Ну, короче, блин. Довольно-таки четко мы ему задаем траекторию. В большинстве случаев, в некоторых случаях очень странно. Не, ну, на Сонике что-то не обидно. Не знаю, мне не обидно. Вот на Сонике. Я говорю, у меня Соник вообще не горит. Ну, блин, вот пофигу мне почему-то. Наоборот, интересно. Иначе я бы уже 1300 смертей, я бы уже выключил. Я же Марио вообще хотел уже там прекратить проходить и вообще забить на это дело. Несколько раз. Потому что вообще жесть была. А здесь как-то норм. Ну,
Да, опять это. О, какая траектория-то у него была сейчас интересная. А, ну до второго цикла я не доходил, поэтому я говорю про то, что у меня есть сейчас эмоции, да, на то, что я вижу и играю. А когда будет второй цикл, да, возможно. Возможно, даже гореть будет, не знаю, посмотрим. Дойти бы вначале до оттуда хотя бы. Да опять это... Не, а там бесполезно. Он бы в любом случае в меня полетел. То есть он летит вверх же не потому, что он так заскриптован, а потому что я прыгаю. И в итоге там вообще непонятно, какой кет этого. Походу только не допускать такого. Блин. Звонок в скайпе. Ладно. Потом. Он сейчас уйдет на второй круг. А, не, не ушел. Ну, что же он сделал-то? Я думал, он как-то поверху полетит. Так, наверное, скоро будет заканчивать уже стрим. Я сразу предупредил, что он будет коротенький очень. Ух ты, как мне повезло-то. Не, не горит. Почему? Я же сказал, что мне тут не горит. Горит вон бездна, в которую Соник окунается периодически. Ой, взрывом убило. Соника, да. Потом Тейлз прилетит охладить. Походу от той атаки двойным прыжком надо уходить. Я вроде бы только что ушел, да что ж такое. Ладно, блин.
Ну, звонок мне тут в скайпе, надо ответить, так что все, на этом стрим завершаю. В следующий раз попробую.